Ребята, подождите, 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 нет, не убивайте меня, их так много, ребят, посмотрите, сколько их, давайте аккумуляторами, ну реально, очень много, очень. Я думал, они меня просто сейчас съедят за живцом просто. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в игру Swamp Attack. Так, ребят, ну что ж, давайте посмотрим, мы уже с вами в 7-м эпизоде победили босса вот такого пылесоса огромного, и, собственно, у нас открылся 8-й эпизод, здесь какой-то доктор, какой-то профессор, который подружился с мутантами. Собственно, он, наверное, и виноват во всем, ну, в общем, то, что происходит на болоте. Вот эти мутации и все, что с ними связано. Ну что ж, давайте начнем нашу замечательную игру и посмотрим, что здесь и как. Так, злые пришельцы. Ну что ж, давайте возьмем миниган и начнем стрелять. Так, отлично. Все идет пока хорошо, все идет пока по плану, без каких-либо происшествий. Опа, а здесь, как всегда, пришельцы прилетели на своей капсуле. Ребятки, ребятки, на капсуле прилетели вот эти, короче, чувачки. Надо их расстреливать. Получи, 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 получи. Давайте аккумуляторов кинем, потому что... Посмотрите, какие скелеты смешные у них. Вот это прикольно, да, ребят? Круто. Так, и холодильник можно кинуть один. Ну что вы, где вы, ребята? Я вас не вижу. Здесь там топ бьет, наверное, и они не могут просто попасть на локацию сюда, чтобы я их увидел. Ага, вот они идут, посмотрите, посмотрите, вот они, вот они, вот они, вот они. Так, надо их расстрелить, расстрелить, расстрелить. Это не дело, ребятки, это просто-напросто не дело. Так, отличненько, что здесь у нас? Самолетик. Ага, все, уровень пройден, ребята. Эпизод 8, первый уровень мы с вами с легкостью прошли. И мы переходим ко второму уровню. Так, ну что ж, ребятки, давайте пойдем на второй уровень. Так, огнемет, оно здесь такое. Нету ничего такого, чтобы мне, наверное, зашло. Так что давайте, в принципе, перейдем. А, давайте купим. Давайте, подождите, немножко я не это. Магазин. Так. И здесь в магазине мне нужны. Давайте накупим боеприпасов, чтобы был порядок полный. Так, ну все. Теперь вроде можно играть. Теперь давайте перейдем ко второму уровню и начнем нашу замечательную игрушку. Так, ну что ж, погнали. Внеземной корабль называется уровень. Вот внеземные корабли, ребята, пришельцы. Короче, клонировали моих крокодилов. И теперь мои крокодилы, собственно, командует армией НЛО. И таким образом нападают на мое болото, ребят. Да-да-да. Именно так. Что это за покемоны здесь летают? Я не понял, что это за летающие такие непонятные штуки. Мать вам холодильник. Замерзли все. Ха-ха-ха. Всех перестрелю. Вы видели, ребят, они все померзли. Вот это прикольно, реально. Опять падают. Да сколько же вас здесь будет, а? Все, прошли? Отличненько, ребята. Второй уровень пройден, и мы переходим к третьему уровню. Все просто супер, все просто замечательно. Так, ну что ж.
У нас ничего, в принципе, не потрачено, ребят, так что давайте начнем третий уровень и посмотрим, что здесь новенького у нас. Люди в розовом. Вот это они, вот эти мутанты в розовом. Вот это они, вот эти мутанты. Вот они, ребята. Вот они. Давайте их расстреляем. Вот они, вот они. Вот доктор, робот-доктор. Надо его убивать, потому что он лечит. Давайте его там, наверное, будем бить. И атаку с воздуха давайте попробуем. Сколько же вас будет падать здесь, а? Скажите мне. Эй, ребята, я не могу стрелять, я не могу стрелять. Помогите, давайте ядерное кинем. Ядерное оружие. Бабах. Ой, был большой бубух. Круто. Так, ну что ж. Отлично. Мы с вами прошли этот уровень с легкостью. И мы продолжаем играть эту замечательную игрушку. Так что погнали. Так, четвертый уровень, ребятки. Пятый уровень это будет уровень НЛО, как всегда, в общем. Так, ну что ж, погнали. Темное болото. Так. Аккумуляторы возьмите. Возьмите аккумуляторы, только не трогайте меня. Все, кислотомет у меня заканчивается, ребят. Все, давайте возьмем миниган. Так, ну что ж, ребятки, отлично, просто замечательно у нас. Мы прошли с вами четвертый уровень, это просто круто. Нам осталось 20 уровней еще пройти, чтобы дойти до босса, ребятки. Так, ну что ж. Так, так, так. Что у нас здесь надо купить, ребятки? Так. Да, в принципе, все у нас есть. Так что давайте начнем. Пятый уровень НЛО. А, НЛО все равно у нас сейчас все заберет, дорогие друзья. Так что смысл нам тогда нужно было только что покупать это все, если у нас НЛО сейчас все заберет. Так, ну ничего. Пускай забирают они. Нам они, естественно, оставляют практически ничего. Так что приходится довольствоваться тем, что есть. О, ядерное оружие, ребят. Баба! Круто, 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 круто. Так, о, кислотомета 50, ребят. О, еще одно ядерное оружие. Просто замечательно, давайте его скинем. Вау! О, круто, все. Отличненько. Теперь у нас что, все, у нас нет ничего. Кроме ружья, это, по-моему, кислотомета еще 50 нам дали, отлично. О, есть воздушная атака с воздуха. Пошел. Все, отлично. О, есть холодильничек, ребят. Так, атака с воздуха еще одна есть, отлично. Поехали.
Есть еще кислотомет. А, ребята, меня сжигают. Мой дом горит. Помогите. Да что ж ты будешь делать? Это клава, отбивайся. О, еще один холодильник, ребят. Все, отлично. Вау. Все, ребятки, мы прошли с вами 5-й уровень. Это просто круто, это просто не может нас не радовать, потому что мы с вами уже его прошли. И, ребятки, это, если честно, 8-й эпизод, это самый уже последний эпизод в этой игре, это последний уровень. Но мне кажется, что в будущем там еще написано продолжение следует, ну то есть там разработчики игру еще делают там. Так что, ну, в принципе, пока что на данное время, да, это последний уровень, и мы посмотрим, что из него можно изъять. Веточку давайте возьмем. Ах ты ж такой негодяй. А ну залезай назад в болото. О, коровы пошли, коровы пошли. А ну-ка уйдите все с моего болота. Быстро, 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 чтобы я не видел. Так, ребятушки, помогайте мне отстреливаться от них. Следующий. Атака с воздуха. Поехали. Сейчас воздушный удар нанесем. Чтобы запомнили надолго. Давай еще один. Отлично. Оп. Бальзинку взяли, аптечку. Замечательно. Просто круто. Все, получили. Все, ребятки, продвигаемся дальше. Так, теперь что у нас здесь дальше есть? Дальше у нас уже какой уровень? 7-й. Ребятки, мы так быстро с вами проходим эту игрушку. Уже 7-й уровень нас ждет, вы представляете? Это просто круто, просто замечательно. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас туманные крокодилы. Я совсем ничего практически не вижу. Мне приходится стрелять практически вслепую. Потому что я абсолютно ничего не вижу. Там творится в этом тумане. Вижу, что идут крокодилы какие-то там, и пылесосы, и роботы. Короче, все здесь идет, но тем не менее я не вижу здесь такого особого ничего. Так, ну что ж, давайте атаку с воздуха попросим, пускай по бомбе здесь немножко. Сколько же вас там будет, а? Скажите мне. Все, отличненько, ребята. 7-й уровень мы с вами тоже с легкостью прошли. Мы продолжаем на 8-й уровень. Так, 8-й уровень. Что нам хочет здесь сказать? Здесь какие-то новые локаторы, что ли, будут? Ну, давайте посмотрим. Посмотрим, что здесь будет. Посмотрим.
ребят, посмотрите, новые какие-то штуки появились. Я так понял, какие-то лазерные прицелы, которые будут меня уничтожать. Да, вот они, видите? Мы их током. Или воздушная атака, их током. Да сколько ж вас здесь будет, посмотрите, ребят, сколько же их здесь. Их просто куча, этих лазерных прицелов. Они везде, они повсюду. О, отличненько, прошли мы с вами 8-й. И мы продолжаем проходить. Так, ну что ж, давайте на 9-й уровень, ребятки, перейдем с вами и посмотрим, что у нас здесь. Так, 9-й уровень. Так, внеземной апокалипсис. Отлично, ребята, посмотрите, мы как расстреливаем. Замечательно просто, просто круто. Да что ж такое, вас сколько вас здесь может быть? Возьмите аккумуляторы мои, покушайте. Нате, пускай вас толком ударит уже на Верочку. Давайте ядерную скинем. Сколько можно мучить меня? Баба, вау, круто. Да что ж ты будешь делать? Сколько вас здесь? Нате, получите еще. Что за покемоны в шлемах, летающие роботы с одними глазами? Ребят, вы видели это? Нет, ну вы видели. Так, 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 отлично, отлично, замечательно, просто круто. Давай, стреляй, 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 стреляй. Ай-яй-яй, ребята, подождите, подождите, подождите. Нет, не убивайте меня. Их так много, ребят, посмотрите, сколько их. Давайте аккумуляторами, ну реально, очень много, очень. Я думал, они меня просто сейчас съедят за живцом просто, ну. Я не смогу выжить, в общем. Ну, сейчас посмотрим, ребятки. Уже 10-й уровень у нас. Давайте возьмем немножко боеприпасов. А, это уровень, в принципе, НЛО, так что боеприпасы нам здесь и так не понадобятся. Но берем уже сразу для следующего уровня после НЛО. Так, ну что ж, давайте погнали, ребятки. Уровень НЛО. Поехали, посмотрим, на что он способен. Так, ну что ж, уровень НЛО у нас, это просто супер. У нас, конечно, забирают, как всегда, наше оружие, а оставляют нам практически ничего. Вот, мини-гана, что нам дали. Давайте посмотрим. Получится. Так, все, он закончился у меня, ребят. Давайте кинем аккумуляторную батарею, посмотрим, что у нас будет здесь. О, ядерное оружие дали, круто. Получится. Ох, круто, ребята. Замечательно. И еще одна ядерная бомба есть, ребята, видели это? Ого, отлично, ребят, мы практически с вами справились с этими заданиями. Так, пускай аккумуляторы там немножко подойдет, а мы будем пока с дробовика валить их. Потому что нас сейчас попросту уничтожат, ребятки, да-да-да. Получи, получи, вот эта война пошла, вот это я понимаю. Получай, 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 получай. Все, супер, круто, 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 круто. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что у нас дальше. Так, дальше у нас, ребятки, 11 уровень. 11 уровень, давайте начнем 11. Так, у нас здесь быстрые миссии уже открылись, 10 штучек. Так, ну что ж, давайте 11 уровень. Начнем с 11 уровня и посмотрим, что здесь. Так, злое пианино. За сколько можно получить? Вот так, вот отлично. Да нате еще вам. Сколько вас здесь будет, а? Нате заряд энергии. Получите.
это, ребятки, война пошла настоящая. Вот это пошла бомбить. Давай, 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 бомби, бомби, бомби. Пианино у нас есть. Так, ну что ж, ребятки, поменяли мы холодильники на пианино. И, ну что, мы прошли уровень или нет? Да, ребятки, мы прошли 11 уровень. И это просто замечательно. Это просто круто. Так, ребятки, ну что ж, как всегда, мы делим эпизод 1 на 2 части. Эту часть мы с вами уже прошли. Осталось нам еще 13 уровней пройти, чтобы встретиться с боссом. Вы были, как всегда, на канале Вечное Детство. С вами был Юра. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Поставьте пальчик вверх и оставьте комментарий. Мне будет очень приятно. До встречи, дорогие друзья, в следующих выпусках. Пока-пока.